Готовим самый вкусный гуляш. Мясо нарезаем брусочками и обжариваем на растительном масле. Когда жидкость испарится, солим по вкусу и перчим. Отдельно на растительном масле обжариваем лук и морковь. Добавляем томатную пасту, муку, немного обжариваем, вливаем воду, и молоко. Солим. Добавляем сухой чеснок и черный перец. Тушим еще 5 минут. И все это перебиваем блендером. Вливаем эту смесь в обжаренное мясо. Все хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне 30 минут. В конце добавляем лавровый лист и сушеную петрушку. Еще готовим 5 минут. И все, очень вкусный гуляш готов. Готовьте с удовольствием, кушайте вкусно и будьте здоровы!